Так, ну последнее у нас осталось, это башня. Не забывайте, что в мультяшных таких вещах все утрировано. То есть то, что на самом деле, ну, допустим, вот эти они могут быть такие петли, да, они поменьше, естественно, и колес побольше. Ну, в общем, чтобы знали, что это не настоящий танк, это игрушка все равно. Так, С по Z. Ту-ду, ту-ду, ту-ду. И S просто. И G. Наверх тянем. Вот так. Теперь мы просто возьмем сначала просто броневой лист и установим на него пушку. Так, для этого возьмем кубик. Кубик сожмем по Y. Вот так. Вот такой толщины возьмем броню. Так. Теперь по X. Пошире, конечно, будет. Вот так где-то пушка будет. Она ж не выделяется за пределы. Нет, конечно. Так. То есть все-таки чуть повыше. Так. И давайте мы ее выведем на место, где она будет стоять у нас. Так. G по Y сюда, потом G по Z вот сюда. Смотрим, ну это огромное, конечно, зачем нам такая S по Z? Вот так, я думаю, будет хорошо. Огромная башня. Так, это опускаем. Это вот так это будет. Еще раз. Готово. Я думаю, пропорционально, если мы заглянем, то должно быть то, что нужно. Ну-ка. Да, пропорционально так оно и будет. Большая, очень большая башня. Хорошо. Я не знаю, мы будем брать за основу вот эту башню. Ну, давайте за основу возьмем ее. То есть сначала вставляем цилиндр. Вот этот. Все-таки попроще, это посложнее немножко. Нам нужны детали. Так, а детали мы можем сделать так вот. Мы возьмем сейчас цилиндр. Вот оно. Развернем его по оси Y. R, Y, 90. Вот так. И теперь смотрим, насколько нам нужно это дело уменьшить. Не разные башни, башни кофе этот. Тут есть КВ-1, КВ-2, по-моему, КВ-4 еще есть. Или это Тигр 4. Не важно.
Так. Вот так. Сейчас я гляну еще. Так, конечно, было бы попроще. Если я делал, так было бы попроще. Мне захотелось посложнее. Да? Понятно. Тут еще щит на щит должен быть, мне кажется. Z по X. Это откуда будет основное орудие, да, идти? Так, так, и здесь должен быть просто-напросто, скажем, Shift-D. И выведем его по оси Y. И уменьшим. Поставим на место. Место его будет вот здесь. Место у него будет вот здесь, но более вытянутое. Дальше будет вот такие две, и еще упоры будут. А вот откуда упоры пойдут, интересно знать. Упоры будут на этой же. Угу. Вот так, значит. Побольше и чуть поуже. Хорошо, вот так договоримся, допустим, да? А здесь еще два таких рублишка. Мы сейчас скажем, что бывал. И теперь два кружочка еще поменьше, да, по-моему? Да, они чуть меньше. Д. Шифт Д. Двигаем по X. Сжимаем. S.
и по их сужимаем. Так, и ставим это дело близко вот сюда, назад возвращаем gx. Вот так. Чудесно. Shift D. И это X. Есть. Вот так оно стало. Теперь здесь нужны треугольники, которые как бы держат ее, да? Смотрим. Да. Раз, два. Таких три треугольника нам надо. Хорошо. Давайте сделаем так. Этот сейчас SPX маленечко. Сейчас сузим. Так, я надеюсь, что этого достаточно. Мощное орудие такое будет, да? Так, ну и давайте ставить треугольнички. Треугольнички сделаем из обычного кубика. Маленький его. Так, маленький его сделать, потом его нужно по оси S, по оси Z сплющить. Вот так. И вывести на чистую воду. G, Z вот сюда. Смотрим вот отсюда. И выводим G. Так, допустим, да, и делаем S больше немножко. Так, и, о, пропал. Куда пропал? Вон он запрятался, да. Так, выходи, подлый трус. По X вот так двигаем. S по Y растянем чуть-чуть. И подвинем. Теперь она правильно, да? Но нам необходимо. Нам необходимо еще сузить по X. Вот так. Теперь подвинуть по X. Отлично. Ну и теперь сделать следующее. Перейти в Edit Mode. Взять вот эти две точки. Пойти сверху посмотреть. И подвигать ее. Вот так. Одна готова. Shift D, вторую по Z наверх. Так, уменьшить по Y и подвинуть.
по Юрику. Вот так. Даже чуть-чуть вниз ее уже. Так. И здесь теперь ее выделить. Shift D. И сюда поставить. Что получится? Ерунда. Поэтому мы сейчас ее двинем. Мы ее сейчас подвинем. Дальше. Немножко заехали, не обращая внимания. Всегда можем идти подвинуть. Вот так, так, сюда. Так, и дальше. G. Нет, Shift D сначала, потом Z. Так. Теперь берем вот эти, берем Shift D, двигаем их по X, сюда придвигаем, так, и здесь берем пришла пора сделать пушку. Ну, сейчас ее сделаем. Мы возьмем. Так, сначала проверим выделение. Нет, нет. Так, возьмем кубик. И сделаем его. Посмотрим отсюда. Сделаем его маленьким. Сначала таким. Потом S будем делать по X. Вот так. Потом поднимем его наверх, посмотрим. Выведем вперед сюда.
Так, глянем. Угу. Значит, вот тут оно что сужается, то сужается, и тут все ясно. А, так, чуть-чуть сверху придаем S, Z. Так. И далее мы разрежем его вот тут. Ctrl-R. Что такое? Edit mode, Ctrl-R. G по Z. Вот так. В какую сторону он более? Вниз или вверх? Разобраться. Так, вверху немножко побольше, понятно. Берем вот эти два ребра. Начинаем их S по X сдвигать. Так. Теперь берем вот эти два ребра. И тоже их по X. Опа, там сверху остался, да? Теперь вот здесь, но не так сильно. S по X. Так. И вот это ребро нам надо увести. Ну, по-моему, оба надо немножечко увести сюда. По Y. Вот так. Вот. Все верно. Так, и пока она такая симпатичная, можем ее немножечко сказать, что был. Окей. Вот так. Последнее, что нам нужна, труба. Пушка нам нужна. Цилиндр. Вот там 32. И уменьшаем. А, мы уже видим, что она вот так. Все время забываю. Так, еще разочек. Цилиндрик. Делаем маленький. И вытягиваем его в высоту. S. S по Z. Вот так. Теперь переворачиваем по X, X 90 градусов. Поднимаем наверх. Тянем G по Y сюда. Делаем чуть меньше. Вот так. И смотрим в пропорциях. Нет, она покороче, конечно. Уже. Малость короче, вот такая труба там должна быть. Нужно было, конечно, бевел сделать здесь, чтобы... Я думаю, это лишнее, ребята. Нет. Вот тут мы должны с вами сделать сейчас следующий edit mode. Вот это Е. Вернее. Потолще.
и уведем ее в стороночку. Вот сюда. Сохраняем. Вот с этой, мне кажется, надо еще поработать. Вот с этой. Как бы. Потолще чуть сделать. Так, так есть. Так, какой-нибудь набалдашник тут есть у меня или нет? Тут понятно, что сделано. Так, вот тут вот такая. А здесь? А здесь тоже. Значит, делаем. Потом поставим здесь еще болтики с этой стороны. И это будет готово. Эту штуку, когда крышку будем делать, тогда и сделаем. То есть идем в git mod, говорим Ctrl K. Так, Ctrl B. Так, вот здесь она будет. И вот здесь Ctrl R. Сюда подтянем. Все. Теперь последнее. Alt зажали, Alt зажали, Shift зажали, все. И теперь экструд по нормальным. Все. Готово. Ну так и оставим, да? Все, пушка готова, на самоходку теперь смахивай, да? Тут козырек оказывается у нас. Ах ты, зараза какая. Тут у меня сверху вот этих-то нет. Давайте мы их тоже и удалим. Ну, это в следующем видео уже, ребята. В следующем видео можно сделать тут. Хорошо? Договорились.